почему седые волосы – это признак хорошего здоровья. Огромное количество людей боятся седых волос, как огня. Неужели старость? Так и начинает звучать в моей голове. Только на самом деле седые пряди – показатель крепкого здоровья и безупречного метаболизма. Окраска волос, пигмент, идет единым целым с выработкой меланинов, которые не появляются без нормального количества антиоксидантов, глутатиона. Когда уровень последних падает, а с возрастом так происходит всегда, разумный организм отказывается от лишнего. Лишним оказывается окраска волос. Специалисты пришли к выводу, что обладатели ранней седины всегда крепче и здоровее сверстников, плюс такие люди обладают хорошим иммунитетом. Так что седина не только повод для переживаний, но и показатель мудрости, физического здоровья и отличной правильной работы организма. Лично у меня первые седые волосы появились, когда мне было около 25 лет. Да, это не особенно приятно видеть, но против природы не пойдешь. Тогда же я стала их красить на регулярной основе, так и живем. К тому же у меня темно-русые волосы, седые на фоне них очень выделяются, увы. Моя подруга – обладательница от природы красивых светло-русых, песочных, я бы сказала. И даже когда в 30 лет у нее появились несколько седых волос, это не бросалось в глаза. Еще много зависит от генов. В плане седины мы повторяем истории наших родителей – бабушек, прабабушек. Можно посмотреть на предыдущие поколения и спрогнозировать, как будет у вас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Нам будет очень приятно!